Друзья, всем привет! Сегодня простая самоделка из вот такого куска доски. Штуковина получится не первой необходимости, но иногда очень-очень нужная. Видео будет простое, там будет все понятно, так что присаживайтесь поудобней, а мы начинаем! Как вы видите, получился вот такой простой циркуль. Радиус окружности, который он может строить, начинается от 4 см и заканчивается 42 см, что делает его довольно универсальным, так как используется он не часто, и поэтому не придется держать разные циркули, а достаточно вот этого одного. Друзья, если понравилось видео, то ставьте лайки, а в комментариях напишите, насколько правильно изготовлена самоделка и насколько вообще она полезна в конкретно вашей мастерской. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.